Благодаря Вэле и остаются оплотом могущества и стабильности российского государства. Руководство нашей страны предпринимает адекватные меры по укреплению боевой способности армии и оснащению ее современным вооружением и военной техникой. Мы сохранили предприятие, обеспечивающее национальную безопасность России. Благодаря системному подходу нам удалось наращивать объемы производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Каждый год на военную службу из Татарстана направляется более 8000 призывников. 1300 из них имеют подготовку по военно-учетным специальностям. Порядка 1000 человек служат по контракту. На протяжении многих лет в Татарстане проводится работа по патриотическому воспитанию. Функционирует молодежная общественная организация «Объединение Отечества» и Республиканский центр «Патриот». Татарстан взял шефство над рядом воинских соединений. Муниципальное образование республики шествует над 46 воинскими частями Российской Федерации. В наших образовательных учреждениях созданы музеи боевой славы. Эффективно работает 57 воинско-патриотических клубов по подготовке молодежи к службе в армии. Активно развивается кадетское образование. Все это дает ощутимые результаты. Уважаемые воины армии и флота, дорогие наши ветераны, сердечно поздравляю вас, ваших близких и родных с праздником. От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Благодарю всех за любовь к отчизне, верность присяге и воинскому долгу. С праздником! Дай-дам-ля! Медалью за боевые заслуги награжден техник-артиллерист 1425-го зенитного ракетного полка лейтенант Хакимов Ирик Хазиевич. Ушел из жизни в январе 1995 года. Удостоверение передается дочери Муратшиной Людмиле Ириковне.